Всем привет! С вами Music Mag и новый мультирежимный конденсаторный микрофон Reactor от компании Blue Microphones. Микрофон поставляется в таком вот металлическом кейсе для хранения и транспортировки. Очень удобно. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Внутри у нас находится непосредственно микрофон. Такой вот красивый. Паук, совершенно космический. Я предпочла бы называть его шок-маунт, никак иначе. И вот такой поп-фильтр. Ознакомимся с микрофоном поближе. Конденсаторный капсуль оснащен поворотным механизмом. Его можно поворачивать 90 градусов. Это облегчает размещение микрофона в условиях ограниченного пространства и позволяет эффективно использовать его при записи в таких режимах, как Midside и X-Wide. Еще одна важная и уникальная особенность микрофона – это специальный предусилитель, позволяющий переключать режимы захвата звука прямо во время работы. Сейчас я подключу микрофон. И мы увидим, что при переключении загорается соответствующий индикатор. Омни, кардиоидный и двунаправленный. В собранном виде микрофон Blue Reactor выглядит именно так. Добавлю, что поп-фильтр устанавливается очень быстро и просто, благодаря двум магнитам. Микрофон Blue Reactor – это, несомненно, любовь с первого взгляда. Супер дизайн и высокое качество компонентов класса А. Убедиться в этом вы сможете, придя в Music Mag.